Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту АТМ-2024. Значит, у меня отработал, друзья, депозит за $10. Я сделала реинвест. И прибыль, остаток от депозита я вывела. Значит, всего инвестировано у меня 120 криптомонет Tron. Вывела я всего здесь 152 криптомонеты Tron. Значит, я уже в плюсе выходит. Значит, сейчас я вам покажу мой кейс. Так, сейчас загрузится. Значит, смотрите, вот это у меня работает мой реинвест. Так я сделала за 80 криптомонет Tron. Это мой реинвест работает за 5 криптомонет. Ой, за $5. За 40 криптомонет Tron. Так, и что там, опускаемся ниже. У меня за 5, за 5. И подождите, вот за $10, да, вот он у меня отработанный. Так, теперь вывод. Сейчас покажу свой вывод. Значит, что у меня здесь? За 16 число я вот писала видео, у меня был вывод 28 криптомонет Tron. Потом вот это я видео не писала, я делала реинвест. Сейчас у меня еще один реинвест за $5 в работе. И вот я сделала... Нет, это вывод, друзья, прощения. Не так, совсем запуталась. Делала я, вот писала видео 16.02. Я выводила 28 криптомонет Tron. Потом у меня реинвест отработал 19 за $5. 19.02 я вывела 48 криптомонет Tron. И сегодня я вывела 21.02 я сделала реинвест. И остаток 76 монет я вывела. Сейчас я вам покажу вот этих 76 монет. Я выводила на TronLink. Сейчас кошелек откроется. Давай, открывайся. Вот они, 76 монет моих. Вот они, 76, видим, да? Мой адрес кошелька, как бы 21.02.24 год. Все замечательно, ну, как бы платит. Значит, увидели 76, все прибыло. И что хочу сказать. Мне, значит, открылся сейф за $25. Я не буду ничего пополнять, как бы... Буду работать, у меня вот два депозита и на реинвесте, как бы, зарабатывать. У меня отработает депозит за $5, вернее, реинвест. Я сделаю опять реинвест за $40, мне будет прибыль. Нет, мне будет сколько там прибыль, в общем. И я сделаю реинвест, остаток вывожу. Сейф за $10 у меня отрабатывает. Значит, я делаю реинвест, остаток вывожу. У меня открыт сейф, как бы доступен уже за $25. Это уже, как говорится, дело хозяйское. Хотите рисковать, это уже, конечно, дело ваше. Я ничего не буду, ни видео писать по депозиту, ничего. Вот, как бы, как-то так, в общем, друзья. Хотите, можно просто за $5 крутить каждые 3 дня, да,
делать реинвест, прибыль выводить, делать реинвест, прибыль выводить. Ну, в общем, ну или же как я вот за два сейфа. Вот. Это не забываем, что инвестиционный проект, ну и чтобы работать без потерь, да, вот, чтобы ничего не потерять. Как будет долго проект работать, я понятия не имею. Вот, и, в общем, на реинвесте я вот решила вот так работать. Ну, в принципе, и все. Пока платит, добавляйтесь в чат, добавляйтесь в этот, подписывайтесь на новостной канал, там общаются и все такое. Вот на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.